Лапорт, Арнальдо Андре, Хуан Д'Артес, Хулиета Диас, Рамина Гаэтани, Валентина Басси, Петяна Блум и Малена Сольда в сериале «Цыганская кровь». Сценарий Маркоса Карневали и Марселы Герти. Операторы Хорхе Фернандес и Альберто Меркадо. Режиссеры Хорхе Ниско и Хорхе Бекара. Я пришел? Что случилось? Ничего, просто ты так неожиданно подошел. Точно? Ты уверена? Да, все нормально. Давай пройдемся. Нет, сначала скажи, в чем дело. Да ни в чем, а почему ты спрашиваешь? Я тебе говорил, нам не надо прятаться, тайно встречаться, тем более посылать Лу с записками. Понимаешь, ситуация немного усложнилась. Мой отец и братья... Есть что-то еще? Нет. Вернее, да. Ты прав. Эта дуэль между Лосаро и Хана заставила меня о многом задуматься. Например? Я хочу быть уверена в наших чувствах. От этого слишком многое зависит. Ты не уверена в своих чувствах? Хосеми, я тебя обожаю. Но мне страшно. Пойми меня, пожалуйста. Я все понял. Я вижу, что тебе страшно. Прости меня. Я запуталась. Прости. Прочь. Пошел вон. Кто там? Опять приперся этот ворюга, подрученный у хана Майя. Послушай меня, шоколадница. Послушай, моя сладкая. Я прошу немного внимания. И только. Поверь, ты со мной своего детка быстро забудешь. Пошел вон. Я полицию вызову. Санчо, проваливай. Спокойно, без нервов. Уходи. Не надо так волноваться. Уходи, пока я не разозлился. Ой, как страшно. Который час? Три? Да. 12. 3:12 и что? Я пришел. Вот и все. Ты спятил? Я говорю с твоей дочкой. Выйди, Альба. Мама, оставь нас, пожалуйста. Неужели тебе надо объяснять, что я пришел к твоей дочери? Я хочу быть с ней. Тише, тише, мама. Нет. Осторожно, Альба. Этому не бывать. Альба, спокойно, я скреплю слова поцелуем. Нет, нет, нет. Мне плохо. Я падаю. Мама, где твои лекарства? На шкафу, за папиной урной. Хорошо, что Умберто не дожил до этого. Альба, царство ему небесное. Он бы этого не пережил. Тебе надо радоваться сейчас. Вы меня угробите. Альба. Эй, теща, успокойся. Не называй меня так. Нам надо поцеловаться. Я не знал, что ты здесь. Сильверио. Сильверио, скажи своей тетке, что я люблю Изабель. Давай. Пожалуйста, уходите. Ты нас выгоняешь? Ну ладно. Тогда мы пойдем в бар. Да, пойдем. Нет. Прошу тебя, не надо. Держи. Я просила тебя что-нибудь сделать, но ты ничего не сделал. Знаешь, что это? Это начало кошмара.
Объясни, что ты сказал сестре. Пастор, что ты сказал моей сестре? Лус, исчезни. Я убью тебя. Оставь его. Что случилось? Что случилось, пастор? Почему ты его обвиняешь? Она оставила записку, что умирает из-за него. Что ты ей сделал? Я ничего не делал. Тихо! Ты ее бросил. Пастор, успокойся. Всему есть какое-то объяснение. Успокойся, пожалуйста. Объяснение? Моя сестра отравилась из-за него. Если она умрет, я убью тебя, слышишь? Я убью тебя! Убью! Стой! Тише, тише! Уходи. Ниньо. Что все это значит? Что ты наговорил Макарене? Почему Хану послал тебе нож? Не знаю. Понятия не имею. Наверное, хотел уязвить тебя. Не смотри так, Лосаро. Ты должен положить конец этой истории. Я мечтаю покончить с этой историей. Давно. Но вы все вечно лезете к Хану. А тебе он подарки шлет. Что у тебя с ним? Ничего, Лосаро. Ампара. Ты никогда не примешь подарок от Хану. Ты должна объяснить ему это раз и навсегда. Ты с ума сошел? Ты что, законченный идиот? Как ты мог это сказать? Вы собирались нас обручить, и я ей сказал, что не люблю ее. Это правда, я ее не люблю. Было бы еще хуже. Хуже? Хуже, чем это? Нет, ты ошибаешься. Мне плевать, любишь ты ее или нет. Я дал слово. Сейчас такое начнется. Гайта нам войну объявит. Войну, понимаешь? Как ты мог это сделать, Ниньо? Боже мой. Я сразу сказал, что не хочу жениться на ней. Ничего не выйдет, ты на ней женишься. Сейчас поедем в больницу, и ты скажешь ее отцу, что как только ее выпишут, вы поженитесь. Понял? Скажешь, что это недоразумение, что она все не так поняла. Бери ее кольцо и поехали. У меня нет кольца. Что? Как нет? Куда ты его дел? Я даже не сомневаюсь, что оно сейчас на руке Майта Эредия. Я убью тебя, Ниньо. Я тебя сейчас придушу. Стой, папа, стой, 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 успокойся. Следи за ним. Не выпускай из дома. Пастор псих. Не дай бог прирежет его. Алло. Хано. Ампаро? Я получила то, что ты послал. Ясно. Что случилось? Много чего. Тебе понравилось? Нет. Мне нужно тебя увидеть. Когда? Сейчас. Сейчас? Ампаро, я сейчас очень-очень занят. Это срочно. Я сейчас приеду. Ну, хорошо. А где мы встретимся? У тебя дома. Я скоро буду. Ты опоздал. Что случилось? Ты сомневался? Я же пришел. Но поздно. Я ждал автобус. Только не лги. Не лги, пожалуйста. Ты не ездишь на автобусах. Ханета какуна. Что? Я всегда забываю, что ты не говоришь по-цыгански. Это означает колдунья. Поцелуй меня, поцелуй. Я не стану тебя целовать на улице. Я спросила, потому что мне интересно, любишь ли ты меня? Любовь нельзя объяснить. Чилийский поэт Неруда писал, что любовь вьется в твоей груди, как бабочка над цветком. Вот так? Лучше не скажешь. Я это чувствую. Да? Ты уверен, что ты это чувствуешь? Это правда? Поцелуй меня, а то я замерзну. Не будь таким грубым. Будь нежнее. А тебе нравится моя грубость? Докажи, что я не ошибся в выборе.
Я открою, Луз. Это ко мне пришли. Отдай ему нож и скажи, чтобы оставил тебя в покое. Ампаро, скажи, что ты замужем. И я в твоей жизни единственный. Как ты можешь так поступать? Скажи ему это. Не надо, Ампаро, не позволяй себя унижать. Скажи. Не надо, Ампаро, пожалуйста. Хватит. Вы ссоритесь не из-за меня. Я для вас только предлог. Оставьте меня в покое. Ты нашел их? Видел, как они целовались? Нет, нет. То есть я их нашел, но они ничего не делали. Они должны были что-то делать. Он ее обнял? За что? Альба, они шли и смеялись. Над чем смеялись? Думаю, над тобой. Но ты не бойся, не зло. Мне кажется, Амадор знает, что ты против его романа с Исой, и он над тобой подшучивает. Вот и все. Ты думаешь, Исе нравятся его шутки? Да? Она? Вместе с ним смеялась. Нет, нет, это не шутки, это очень серьезно. И мне кажется, что ты нагло врешь. А что плохого в том, что они будут вместе? Нет, это невозможно. Это плохо, они же родственники. Родственники? Но царь Эдип спал с собственной матерью. А Вуди Аллен, он влюбился в падчерицу. А известный дуэт брат с сестричкой? Они лишь поют вместе, а спят отдельно. Это очень серьезно. Я должна что-то сделать. Что? Что? Что ты сделаешь? Я скажу правду. Изабель? Нет. Амадору? Нет. Я скажу правду ее отцу. Ласаро должен все узнать. И тогда он сам с ними разберется. Мы сейчас придем и объявим о нашей помолвке. Давай возьмем такси. Мне не хочется пешком идти. Я скоро куплю машину, подберу какую-нибудь. Ты хочешь машину купить? Да, хочу. Тебе мало одной аварии? Мне лошадь нужна, я же цыган. Я возражать не буду, если ты немного изменишься. Чуть-чуть. В каком смысле? Постараешься быть нежнее. Не будешь орать на меня. Это нам сигналит. А ты запомни, что я твой шеф. А шефы всегда орут. На то они и шефы. Я же хозяин бара. Я об этом не забывала. Да. И дела вела замечательно. Что ты сказала? Я отлично справлялась. Справлялась? Да, отлично. Это в прошлом. Я вернулся. Но зато мне многие говорили, что у меня получается лучше. Какие-нибудь алкоголики. Что за глупости? Все равно. Дело должно быть в мужских руках. И ты его не отнимешь. Нет, я не собираюсь. И ты себя не считай свободной, иначе я так наору. И не зли меня, пожалуйста. А я тебя злю? Но ты же сказала, что тебе многие говорили о том, что ты лучше меня. Просто я умею все лучше организовывать. Только. Хорошо. Хорошо? Но тебе придется тоже измениться. Стать похожей на Мору? Тебе нравится, когда женщины сидят дома. Занимаются домом, а главное, никуда не суют свой нос. И не критикуют мужчин, да? Мора теперь с Хосеми. Его это устраивает. С Хосеми и для Хосеми. Именно. Я остановлю такси, ладно? Женщины за меня не платят. Такси! Такси! Такси не было в программе. Луз! Луз, зачем ты отдала записку Хосеми? Ты не знаешь, что произошло. Молчи. Это, наверное, Хосеми. Привет, Хосеми. Хано недавно ушел. И если Анхель тебя увидит, он... Он меня выставит? У нас сегодня произошла неприятность. Что случилось? Пастор Гайтан хотел убить Ниньо за то, что он бросил его сестру. Что? И это еще не все. Макарена наглоталась таблеток и попала в больницу. Хана туда поехала. Это невероятно. Да, но это еще не все. К нам приходил твой брат. Амадор? Нет, Ласаро. Они снова поссорились из-за Ампара. Или из-за Хану. Хану послал в подарок Ампару нож, и Ласаро... Они никогда не успокоятся. А еще говорят, что мы делаем всякие глупости.
Да. Хосеми, тебе лучше уйти. Тебе не стоит встречаться с Анхелем или папой. Хорошо, хорошо. Увидимся вечером. Да? Не знаю. Мы встретимся вечером. Я за тобой заеду. Просто все так усложнилось. Что? Что случилось? Ничего. Ладно. Я за тобой заеду в 9 и поговорю с Хано. Тяжело тебе, Мора. Что случилось с запиской? Ты даже не представляешь. Мне встретился Анхель, увидел записку, вырвал ее у меня. Мне пришлось сказать, что она для Хосеми. Я еле выкрутилась. Ты сказала Амадору? Нет, Анхель меня ни на секунду не оставлял. Значит, Амадор пришел позже, поэтому мы не встретились. Мора, Амадора не было. Он мне сказал, что не придет. Ты сегодня отличился, Ласаро. Ты не имел права так меня унижать. Я не позволю Хану смеяться надо мной. Да при чем тут Хану? Всегда я. Другие тебя не волнуют. Нет. Я для тебя стараюсь. Я все делаю ради тебя. Ты бы мог хоть уважать меня. Скажи мне, Ласаро, если бы я родила тебе детей, ты бы любил меня? Зачем ты спрашиваешь? Ответь. Это дурацкий вопрос. Нет. Если бы у нас были дети, ты был бы ласковей. Не говори так. О любви я не говорю. Может, поэтому Альба до сих пор живет в твоем сердце. Она бы могла родить тебе детей. Изабель была бы твоей дочерью. Что ты здесь делаешь? Ничего. Просто я принес накладные из пекарни. Вот. Я сам. Это Альба Ласаро. Не прерывай меня, пожалуйста. Я должна сказать нечто очень важное. Я решила сказать тебе это по телефону, иначе бы не отважилась. Не отвечай, пожалуйста. Выслушай меня. Ты давно должен был узнать. Очень давно, Ласаро. Я хранила этот секрет 25 лет. Пожалуйста, дай мне договорить. Это касается Изабель и тебя. Она твоя дочь, Ласаро. Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь. Кто это? Приятель. Один мой приятель. Долго не болтай. Считай, я оплачиваю. Ты спятила? Альба, ты с ума сошла? Разве это говорят по телефону? Сильверио? Да, Сильверио. Слава богу, что Сильверио. А если бы кто-то еще трубку взял? Как ты там оказался? Это ты слушал то, что я говорила? Не Ласаро? Зови Ласаро. Нет. Не зови Ласаро. Мне уже страшно. Почему ты снял трубку? Почему мы встретились на углу? Я мог бы зайти за тобой. Нет, какое-то время тебе лучше у нас не показываться. Нам нечего скрывать. Иса! Иса! Какой сюрприз! Иса? Брат! Хосеми? Мора? Чем сегодня кормите? Хотя кухня тут так себе. Креветками и кальмарами. Любишь кальмаров? Бери их. Кстати, тебя Григо ждет. Где? Вон там.
Она пришла с Хосеми и для Хосеми. А что же ты так нервничаешь? Нервничаю? Да, нервничаешь. Тебя бесит, что они вместе? Меня это вовсе не волнует. Иди работай. А поцеловаться? Поцелуй, поцелуй. Поцелуй. Хорошо. Знаешь, я пойду готовить. Для Хосеми и невесты Хосеми. Давай. Григо. Привет, Хосеми. Рад тебя видеть. Как ты? Отлично. Это Мурамая, моя невеста. Очень приятно. Она красавица. Спасибо. Подожди меня. Я говорил, что затеял новое дело. Думаю, тебя заинтересует. Что это? Часы. Взяли партию в Уругвае. Навар отличный. Впишешься? Мне сказали, что Макарена выпила сразу целую упаковку таблеток. Может остаться дурой. Но папа все равно тебя на ней женит. Заткнись, идиот. Два брата женаты на дурах. Что будет с родом Амайя? Только дура могла за тебя выйти. Она права. А ты к тому же глупая дура. Отстань от меня. Глупая дура. Отвяжись. Иди сюда, Анхель. Ну что, папа? Уйди с моих глаз, не желаю тебя больше видеть. Я хотел узнать, как Макарена. Теперь ты о ней беспокоишься? А какого черта ты это делаешь? Она поправится, не беспокойся. Ее скоро выпишут. Но боюсь, наши отношения с Гайтаном навсегда испорчены. Все пошло прахом из-за тебя. Ни в чем я не виноват. Я тебя предупреждал. Не смей мне перечить, мальчишка. Еще слишком соплив для этого. Идем, Анхель. Будем думать, как исправить то, что натворил твой брат. Ты слышала о Макарене? Бедняжка. Она не бедняжка, она совсем не такая милая, какой притворяется. Я не думаю, что она притворяется. И будь осторожна, если она пошла на это, чтобы удержать Нинью, то она в любой момент может о вас рассказать. Алло? Нужно встретиться. Я сейчас не могу. Тогда завтра, там, где всегда. Сможешь? Я приду. Успокойся. Ты не виноват. Я люблю тебя. Я тебя тоже. До завтра. Пока. Привет. Привет. Ты будешь ужинать? Я не голодна. Вы уже поели? Нет, но я тоже не голодна. Не уходи. Пожалуйста, посиди со мной. Составь компанию, я не люблю ужинать один. Так что же всех разогнал? Выбирай слова. Садись. Может, поешь один? Тебе не понравится то, что я скажу. Посмотрим. А что мне не понравится? Ничего, не обращай внимания, я с тобой посижу. Нет, ты говори, если уж начала, продолжай. Что я делаю не так? Ты хочешь управлять нами, как куклами. Ты не даешь нам жить, так как мы хотим. Посмотри, что стало с Макареной. А при чем тут она? Я виноват в том, что она отравилась. Нет, но она хотела выйти за парня, который ее не любит. Заставляла его жениться. И чем это кончилось? Спокойно. Откуда ты знаешь, любил он Макарену или нет? Нет, я не знаю. Почему ты мешаешь нам быть счастливыми? Я вам всем желаю добра. Неправда. Посмотри на Ампару. Мы с Ампарой взрослые и знаем, что нам нужно, а что нет. Ладно, иди спать. Я лучше один поем. Иди, иди. Ты не пришел. Луз знала, что я не приду. Я хотела поговорить. Давай поговорим. Я сейчас не могу. Значит, разговор не был важным. Ты заказала? Нет, мне не дали меню. У вас оно есть? Дай меню, брат. Ты не налил ей вина? Что с тобой? У нас сегодня креветки. Ты влюбился? Влюбился. Как всегда. Ты не терял времени с поварихой. Отлично выглядишь. У вас все серьезно? Я надеюсь. Амадор! Да? Станцуй нам, Амадор, мы просим. Я сейчас не могу. Вместе с Исой. Иса, потанцуй. Иса. Помидорчик.
Он отлично выглядит, да? Да. Что? Нас просят потанцевать. Нет, я не хочу. Хочешь? Оставь меня, пожалуйста. Помидорчик, ставь музыку. Браво! Я отойду. Договорюсь с Григо. Музыку, Вальтер! Цветок! Мне бы хотелось взять розу из твоих губ. Не выйдет. Почему? Я разочаровалась в любви. Еще, а я сгораю от страсти. Может, пойдем? Уже? Почему? Что случилось? Я просто устала. Я вчера совсем не спала. Как вам мои креветки? Мое фирменное блюдо. Просто чудесные. А как ты танцуешь, засмотришься. Такая чувственная, гибкая. Большое спасибо. Ты обручишься с Амадором? Считаю, что мы уже с 3 часов дня с ним обручены. Хотите кофе? Или чай? Вам еще что-нибудь принести? Нет, спасибо, мы уходим. Я скажу Амадору. Пойдем. Что случилось? Что с тобой произошло? Ты огорчилась из-за того, что Амадор с ней? Ты ревнуешь? Нет. Я не ревную. Нет? Нет. Ты что, считаешь меня слепым? Я похож на идиота? Нет, ты вовсе не идиот. Я смотрел на тебя и видел, что ты злишься. В чем дело? Это из-за нее. Заметил, как она со мной обращается? Она меня не выносит. И я ее тоже не выношу. Вот и все. Вот и все, дорогой. Я хочу домой. Я устала, и мне что-то нехорошо. Он вторую ночь отсутствует. Ампар, он вернется. Не накручивай себя. Я себя не накручиваю. Я знаю, куда он пошел. И куда же? Ну что ты выдумываешь? Я не выдумываю. Я знаю, где он. Он пошел к ней. Кому? К Альбе. Нет. Он пошел к Альбе. Он с Энсо, Ампара. Зачем ему ходить к Альбе? Он не с Энсо, он с Альбой. С Альбой. Давай вот что сделаем. Ты побудь здесь, а я приготовлю что-нибудь поесть и принесу тебе. Посижу с тобой, пока ты ешь. Он вернется, вот увидишь. Он скоро вернется. Увидимся завтра, да? Да. Хосеми, сколько раз я должен тебя повторять? Я не хочу видеть тебя в моем доме.
Ты дал нам слово, Хано. Ты не против нашей помолвки? Да, конечно. Но это в прошлом. Вчера ты выступил против меня. Я тебя не порицаю. Ты предан своей семье, а я своей. И здесь я решаю, кто может к нам приходить, а кто нет. Ты не будешь встречаться с моей дочерью. Забудь о ней. Мы с Морой будем встречаться. Ты слышал, что сказал папа? Не вмешивайся, Анхель. Я должен тебя вышвырнуть, Хосеми? Уходи, Хосеми. Прошу тебя. Еще один Эрадье исчез из нашей жизни. А почему ты не радуешься? А я должна радоваться? Конечно. Я помог тебе избавиться от него. Я не хочу расставаться с Хосеми. Да ладно, иди спать. Тебе нужно отдохнуть. Что-то смешного. Она права. Что ты смеешься, идиот? Я сказал, не своди глаз с брата. Хорошо, хорошо, ты это 100 раз повторил. Все под контролем. Иду. Иду. Где он? Позови его. Кого? В чем дело? Не притворяйся, зови Лосаро. Лосаро? Ты в своем уме? Что ему здесь делать? То же, что и прошлой ночью. Мы вчера ничего не делали, он спал. И вряд ли мог что-то делать. Послушай. Я отлично знаю, что между вами что-то есть. И что ты любишь Лосаро так же, как в юности. Но как бы там ни было, 25 лет назад он женился на мне. И все эти годы он спал со мной. Кроме вчерашней ночи, да? Для меня он открытая книга. Я знаю, что его радует, что огорчает. И поэтому, если между вами что-то произойдет, я это сразу пойму. Тогда зачем пришла? Я пришла сказать тебе, Альба, что где бы ты его ни увидела, ты увидишь меня. Ясно. Предупреждаю тебя, предостерегаю тебя и заклинаю тебя. Не забывай, что Лосаро мой муж. Каждый раз, встречая его, ты будешь вспоминать обо мне. Я стану его тенью, Альба. И я не позволю тебе ни минуты быть с ним счастливой. Ваше счастье будет мною отравлено. Что это, очередное проклятие? Ведьма! Помидорчик? На огонек? Иди сюда. Лосаро пришел. Здесь Лосаро. Что тебе? Последний раз я видел этот бар открытым при папе. Все изменилось. Да, изменилось. У тебя есть шерри, который здесь подавали? Фронтьера? Его еще делают? Фронтьеру? Конечно. Присаживайся. Или пойдешь за столик? Нет, мне здесь хорошо. Я выпью и пойду. Много было народу. Да. Амадор, можно тебя? Эта буква означает «Ампаро». Да. Почему ты спрашиваешь? Я видела другое. Видела? Что значит «ты видела»? Как ты это делаешь? Я не знаю. Я ничего не делаю, но у меня так часто выходит. Эта женщина, моя мать. Она хотела что-то сказать, но не посмела. О чем ты? Я почему-то уверена, что если бы она тебе это сказала, все у вас сложилось бы по-другому. Вы бы с ней поженились, а меня бы не было. Или была.
Но у нас ничего бы не вышло. Я был бы твоим дядей. К счастью, этого не случилось. Ну как тебе, Шерри? Вы теперь вместе? Да, мы вместе. Это лишь наваждение. У твоей мамы не было от меня секретов. Зачем он приходил? Увидеть маму. Это? Да. Это я вырезал. Еще мальчишкой. Это значит? Амадор и Лилиана. Она была моей любовью. Неправда, неправда. Хорошо, что Хану прогнал Хасеми, да? Ты спятила? Это ты спятила. У тебя есть мужчина, который тебя любит, обожает, готов за тебя жизнь отдать, а ты при первом удобном случае бежишь в бар к другому. Я не буду тебя останавливать. Я решила не вмешиваться. Иди. Ладно. Нет, постой. Не ходи. Я тебя не пущу. Амадор сделал выбор, и он его не изменит. Когда ты ждала его, он признавался в любви поварихе. Что тебе еще нужно? Я хочу понять, что я сама чувствую. Для этого не нужно ходить в бар. Я не выясню это здесь, и тем более дома. Я запуталась в своих чувствах, и это невыносимо. Особенно после истории с ножом, дуэли и всего прочего. Ты слишком рискуешь. Ты можешь потерять Хасеми. Если он узнает об этом, он бросит тебя. Я это делаю и ради него. Я не могу обручиться, если не буду в себе уверена. Мора, Амадор не предаст брата, даже если любит тебя, понимаешь? Да, я знаю. Но мне нужно определиться самой. И я это сделаю, поговорив с Амадором. Ампаро! Ампаро! Что? Ты меня не слышала? Нет, Лосаро, не слышала. А что? Я хотел сказать, что вчера был в баре. Спросил Амадора. Мне это ни к чему. Мне не нужно кого-то спрашивать, чтобы узнать, где ты был. Хочешь еще что-то сказать? Куда это ты собралась? В пекарню, как всегда. Ты устроишь мне сцену из-за того, что я прилично оделась? Нет, увидимся вечером. Амparo, не беспокойся. Мы можем поговорить. Он ушел. Нам не о чем говорить. Извини, у меня много дел. Позволь мне кое-что объяснить. Ты вчера сказала неправду. Я очень люблю тебя. Я на все ради тебя готов. Если я тебе дорога, то не шли мне подарки и ничего мне не объясняй, Хано. Амparo, послав тебе нож, я хотел сказать, что ты можешь во всем рассчитывать на меня. Я готов им воспользоваться. Только скажи, я это сделаю. Не из-за ненависти к Лосаро, а из любви к тебе. Хано, прошло столько лет. Да, Амparo, да. Я и через 1000 лет буду любить тебя. И ты помни о том, что я на все ради тебя готов. Правда. Почему ты мне так долго не звонишь? Что ты здесь делаешь? Что-то случилось? Столько всего произошло. Моя дочь, твой брат, Амparo. Сестра меня вчера прокляла. Я больше так не могу. Успокойся, пожалуйста. Идем выпьем кофе и поговорим. Пошли. Нет, мы никуда не пойдем. Если я сейчас не скажу, то не скажу никогда. Хорошо, я слушаю. Что случилось? Сначала ты огорчишься, но потом ты обрадуешься. В чем дело, говори. Когда я сбежала 25 лет назад, я тебе кое-чего не сказала. Альба, ты мне ничего не говорила. Ты исчезла, и я все эти годы ничего о тебе не знал. Вернее, узнал, что ты вышла за Умберто. Да, но дело не в этом. Я тебе не сказала нечто очень важное. Когда я уехала, я была... Ты была... Что?
Что случилось? Я мечтал застать вас вдвоем. Нам нужно кое в чем разобраться. Что ты делаешь? Стой, 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 пастор. Пора рассчитаться. Успокойся, пастор, успокойся. Ты мне ответишь, и ты тоже. Успокойся, пастор. Вы у меня в долгу, оба. Вы оба. Но сначала я разберусь с тобой, а потом с ней. Ты меня понял, подонок? Садись в машину, Майта. В машину. Пастор. Пастор, у меня нет ножа. Не повезло. Ты спятил, пастор. Ты псих. Да, я псих. Это не приказ, повариха. Это просьба. Ты же знаешь, я люблю выпить кофе со свежими булочками. Позвони Сильверию и попроси принести хлеб, круассаны, булочки и все, что ты пожелаешь. Сам схожу. Поцелуй меня еще раз, и тогда за ними сбегаю я. Уже иду, иду, иду. Так и быть, иду. Помидорчик. Эй! Он еще не дозрел. Мне нужно поговорить. Я знаю все, что ты скажешь. Что я скажу? Что ты запуталась. Но ты зря пришла. Я не запутался. Тогда почему ты мне сказала о ножах? При чем тут ножи? Я сделал выбор. Ты выбрал повариху. А ты выбрала Хосеми. Я не хочу ошибиться, как папа. Прекрасно. Как Лосаро и Ампаро. Я хочу быть абсолютно уверен, Амадор. Понимаю. Мора, я не могу помочь. Если ты запуталась, то не звони мне и не приходи. Амадор. Что? Ты напрасно стараешься избавиться от меня. Даже в объятиях другой женщины ты не сможешь меня забыть. Я это знаю. Недавно я тебе сказала, что умру, если ты поцелуешь меня. А ты умрешь, если я тебя поцелую? Или нет? Поцеловать тебя? Давай, целуй. Мне тоже интересно, выживет он или нет. Фильм озвучен компанией Intercommunications. 2000... Поэтому ты и с другой встречаешься. Все для того, чтобы забыть меня. Я знаю. Помнишь, я как-то сказала, что умру, если ты меня поцелуешь? Мне интересно, а смог бы ты отдать жизнь за мой поцелуй? Мне тоже интересно, отдаст ли Амадор жизнь за твой поцелуй?